Всем здравствуйте! С вами снова фитнес-центр Академия спорта и я, Анастасия Лоренс. Мы продолжаем показывать вам упражнения для домашних тренировок, которые вы можете с легкостью повторять дома. И сегодня мы подготовили упражнения, где вы будете использовать небольшие отягощения, любые, можно даже бутылочки с водой. Кому легко, можно брать бутылки побольше. Итак, наше первое упражнение – приседания. Приседания плюс жим стоя. Ножки ставим шире плеч, спинку ровно. На выдохе садимся, на вдохе встаем. Поднимаем руки вверх. Упражнение задействует мышцы ног и мышцы плечевого пояса. Упражнение повторяем 15-20 раз. Наше следующее упражнение – приседания плие с протяжкой к подбородку. Ноги ставим шире плеч, носочки разводим в стороны. Приседаем, колени по направлению носков, стараемся вперед не сваливать. Садимся вниз, поднимаемся, протягиваем руки вдоль туловища. Упражнение прорабатывает мышцы ног, ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра, и работают также руки, плечевой пояс. Мышцы пресса в напряжении, поясницу не сгибаем. Упражнение делаем на выдохе. Наше третье упражнение будет также направлено на проработку мышц ног и одновременно мышц рук. Так, делаем выпады, подъемы на бицепс. Встаем ровно, задняя ножка на носок. На выдохе садимся, стараемся пятку носок не отрывать передней опорной ноги. Колено не выводим за носок. Спинку ровно, выдох. Коленом задней ноги практически касаемся пола. Встаем, поднимаем ручки, сгибаем на бицепс. Упражнение повторяем 15-20 раз на каждую ногу. Меняем ножки и делаем то же самое с другой ноги. Мы продолжаем. И следующее наше упражнение – это румынская тяга. Также она называется тяга на прямых ногах, либо мертвая тяга. Техника выполнения. Ножки ставим на ширине плеч, можно чуть уже. Упираемся полной стопой. На полусогнутых ножках наклоняемся до параллели с полом, оттягивая ягодичную мышцу назад. Упор больше на пятки. Вы растягиваете заднюю поверхность бедра и ягодицы. Также мы добавляем подъемы на широчайшую мышцу. Получается упражнение 2 в 1. Повторяем также 15-20 раз. Продолжаем нашу тренировку. И последнее заключительное упражнение на сегодня – это подъем на носки с разгибанием рук на трицепс.
Подъем на носки прорабатывает нашу икроножную мышцу, чтобы мышца была у нас красивая, растянутая, и всем было удобно ходить на каблуках. Трицепс прорабатывает зону рук. Вот так встаем, бутылочки сводим, сгибаем руки на трицепс, поднимаемся на носки. Упражнение на выдохе. Локти прижаты к ушам, стороны не разводим. И на сегодня это все. Мы показали вам 5 упражнений, достаточно легких, чтобы вы могли их делать в домашних условиях. И с вами фитнес-центр Академия спорта и Анастасия Лоренс. До новых встреч!